Освободить плотину от завалов. С такой инициативой выступили активисты экодвижения в Петровске. Во время паводка ежегодно уровень воды в реке Медведица значительно повышается из-за обвала прибрежных деревьев. Как будет решаться проблема, рассказывает Александр Хланцов. Когда-то здесь были шлюзы, регулирующие полноводную Медведицу, протекающую в этом месте мимо Петровска. Необходимость в шлюзах отпала со временем. Теперь это место похоже на свалку, но не бытовых отходов. Береговые деревья падают в воду, место заболачивается. А вот доставать мы их как оттуда будем? Глубина здесь мелкая. Этот разговор представители общественного движения «Эко» Владимира Писарюка с петровской молодежью можно назвать совещанием. Его тема – как разобрать весь этот завал. Дело в том, что весной из-за этих деревьев вход воды блокируется, паводок становится выше. Но сейчас этот вопрос будет решен совместными усилиями. Наша молодежь Петровского района обратилась с тем, что на самом деле они могут почистить эту плотину самостоятельно. Мы, естественно, обратились к районной администрации. Районная администрация готова нам помочь в технике. К разбору природных завалов обещают приступить уже на следующей неделе. В дальнейшем планируется разобрать еще несколько мест вниз по течению. Александр Хланцов, Евгений Крылов, Алла Хрунова, Вести, Саратов.